Друзья, всем привет из фамилии. Давайте посмотрим, что здесь есть. Может быть, что-то привезли после Нового года. Может, что-то на распродаже. Давайте все смотреть. Вот такой светильничек, подсвечник, 549 рублей. Это маленький. Есть еще большие, огромные. Я не знаю, как их перевернуть, чтобы посмотреть цену. Не буду, наверное. Выглядят они, знаете, такими тяжелыми, надежными. На самом деле, вот это вот все очень легенькое. Такое есть еще дачный вариант или для загородного дома, вот такой вот металлический, 799 рублей. Цвет только вот такой темный. И самый, мне кажется, красивый — это вот такая вот клетка декоративная. Но здесь что угодно можно, как и свечи разместить, так и какую-то композицию. Я не знаю, сколько такая стоит. Сейчас посмотрим. 1200 рублей. Здесь, я так понимаю, замочки есть, которые будет открывать. Симпатично смотрится. Интересная шкатулочка, котик. Вот здесь у нее голова так открывается, и вот так вот будет выглядеть шкатулка. Стоит он 549 рублей. Такой симпатичный коте. 1200 рублей стоит вот такая ваза для какой-нибудь композиции. Можно ее приспособить. Мишки 399 рублей. Посмотрим, что за вазочки здесь появились. Вот такая, например. Стоит она 219 рублей. Две их здесь осталось. Вот эти симпатичные. Толстое стекло, 329 рублей. Смотрите, какое классное. Так, вот тут уже с напылением вазочки. Тоже сейчас посмотрим, сколько. 699 рублей. Это высокая. Так, а вот такие. Тоже классно, кстати, смотрятся. 699, граненная. И вот здесь спрятан вообще шедевр. Вот, гляньте-ка. Вот такая, как можно сказать, глыба льда или гора. Тоже классно смотрится. Интересно, как делают такие штуки? 1499. Классно смотрится. Вот такая милота. Жираф, кашпо. Так, стоит он 439 рублей. И появился еще вот такой симпатичный слон. Тоже это как кашпо для растения. 1200. И вдалеке дама стоит еще высокая. Тоже уже сюда не залезу. Не смогу подлезть посмотреть. Вот эти очень красиво смотрятся вазы. Тоже вот с напылением. Симпатичная. 699. Так, ну вот эту сейчас попробуем перевернуть. Конечно, тут 1200. Вот такая ваза. Тут надо аккуратно, потому что все такое хрупкое. Смотрите, какое кашпо еще. Стоит 899 рублей. И еще одна красота, это вот это. Я вот не пойму, оно вроде как вместе с блюдцем и не отсоединяется блюдце. Вот. Это даже не кашпо, а горшок цветочный. Есть отверстие для слива. Так, еще что еще посмотреть такого интересного. Так, вот это мы сейчас уберем на пол, потому что... Так, это что у нас такое? Тоже вазочка. Симпатично. 899 рублей. Две штуки их здесь в продаже. Лиса на ножках. Так, стоит 439 рублей.
И вот такие есть для маленьких суккулентиков, каких-нибудь по 279 рублей. И еще меньше, так это вот такой. По 109 рублей вообще. Две штуки здесь осталось. Интересно, еще вот такая ваза. Такого коньячного цвета. 999 рублей. Смотрите, какая форма. Красивая. Так, и вот такие еще вазочки интересные. Смотрите, они с колпачками идут. Я не знаю, зачем. Я сначала думала, это подсвечник какой-то, но написано, что это ваза. 549 рублей. И к ней крышка. Ваза из красивого цветного стекла. 439 рублей. Вот такой голубой и розовый цвет. Очень много появилось панно вот с такими зеркалами. Смотрите, какое большое количество. Вот этот вот, мне кажется, самый симпатичный. Под бронзу сделан. Стоит такое солнышко 219 рублей всего. Есть еще белый цвет. И, по-моему, серебро. Сейчас посмотрим. А, это уже другой вариант. Вот такой. Ну, симпатичное. Тоже 219 рублей. Кому-нибудь, может, для декора кто-то ищет. И цена приемлемая. Вполне себе. Такое солнце. Вот эти очень трудно ворочить, чтобы смотреть цену. Вот еще шикарное. Я такие сейчас посмотрю. 1500 вот такое солнце красивенное. Вот еще какие наборы есть. Три штуки. А вот эти уже по 1700. Термобокал, посмотрите, какой, с бабочками. Стоит 699 рублей. Да, цена, конечно, зашкаливает иногда. Вот такие милые медведи. Тоже это термокружки. Две штуки в наборе. 1200. Здесь тоже есть турки, наподобие, как были в фикс-прайсе. Стоит самая маленькая из них 549 рублей. Тоже из борсиликатного стекла. И вот эти очень красивые чайнички. Так, я тут отражаюсь. Очень бы мне не хотелось тут отражаться. Сейчас посмотрим цену. 1400 рублей стоит такой. Но здесь, конечно, качественно все сделано. Стекло и крышка металлическая, и силиконовая прокладка надежная. То есть хорошее качество. Ну и с напылением тоже очень красивое. С напылением 1600. Как вам такой фарфоровый чайник? 799 рублей. Производитель Китай. Материал фарфор. Крышка тоже симпатичная у него. Три штуки здесь. Смотрите, какая интересная чайная пара для любителей собак. Здесь собачки и подписаны все породы, которые здесь нарисованы. И кружка тоже очень даже симпатичная. Здесь собачка, йорк, по-моему, это, да? И даже на ручке есть следы. Так, сейчас посмотрим, сколько она стоит. 699 рублей. Производство Англия. Я думаю, это фарфор. Не везде пишут, к сожалению. Интересная кружечка такая, знаете, в ретро-стиле. Черно-серая. 389 рублей, 420 миллилитров. Так, а здесь уже лебеди, да? Внутри, я думала, тоже балерина. Интересный принт. Так, и вот это симпатичное с разными перышками. Матовая здесь. 199 рублей. А вот этот чайничек тоже такой симпатичный, мультяшный прям весь. Так, стоит он, конечно, не по-детски. 1200 рублей. Борсиликатное стекло. Крышечка не фиксируется ничем. Легко открывается.
очень красивые жестяные баночки под кофе, например. Посмотрите, какая яркая, красивая баночка. 219 рублей. И есть еще такая же яркая для чая. В нашей фамилии, к сожалению, не так часто привозят посуду. Очень мало. И как бы не так часто обновляют, как хотелось бы, как и в других вот городах. Я смотрю тоже обзоры. 329 рублей. Вот такой салатник. Красивый. Вот это тоже милота. 149 рублей стоит. Это тарелка для варенья, написано. Здесь вот такой черный матовый цвет. Красивая. Так, а это что у нас такое? Тоже, наверное, какие-то салатники. Так, бульонница. 249 рублей. Серый цвет. И есть еще вот такой. 329 рублей. Интересные формы вазы для фруктов. Посмотрите, вот такая. 439 рублей. Стекло. Полным-полно тут бутылочек для, например, масла растительного, оливкового. Вот такая, например, большой объемчик. 389 рублей. Тоже вот с носиком, что-то наподобие есть фикси, только там объем поменьше и без такого вот симпатичного рисунка, такой надписи. Есть еще вот какие. С крышками пластиками, с пробками. Так, стоит. Так, а где? Подождите. Вот. 279 рублей такая. И пробки есть разных расцветок. Вот салатовый, например, подсолнух. Вот это прям как настоящая бутылка от оливкового масла. Тоже с носиком. Но на нее нет цены. Еще вот такие бутылочки, написано для масла, но по мне так они для уксуса больше подойдут. Стоят 259 рублей. Симпатичные крышки, цвет крышек разный. Можно выбрать. Есть еще и в виде спрея, но они уже идут пластиковые. 439 рублей. Ну, 439 рублей за пластик платить как-то не очень это все хочется. 219 рублей вот такая миска. Почему миска? Ракушка симпатичная. Есть наборчики для масла сливочного, контейнеры. Смотрите, это стекло и бамбук. 329 рублей. Я думаю, можно себя такой порадовать, если кому такая, ну, кто хотел такую вещь купить, очень даже ничего. Вот это уже металлическая и крышка пластиковая. Стоит 259 рублей. Не, ну такая не очень. Вот это, конечно, круче смотрится и в руке ощущается. Знаете, такая тяжеленькая, хорошая. Много всякой мелочевки наподобие вот такой вот сахарницы, например. 109 рублей. Емкость сама стеклянная и крышка пластиковая. Есть еще серый цвет. Подставочки, вот мелочевка, белочка для зубочисток. 249 рублей белка. Гусь немного поменьше стоит, 199 рублей. Фарфоровая. Красивая стеклянная конфетница, посмотрите, лебедь. Так, стоит она 389 рублей. Красивые пуфики 28 на 28 на 25 сантиметров. Здесь вот чехол снимается, он на резинке. 1500 рублей. Ну и цвета вы видите. Есть еще квадратные, но они уже идут на высокой ножке. Цена, конечно, будет другая. Сейчас один возьмем, перевернем и посмотрим. Например, вот такой. Сколько стоит? Так, я тебя перевернула. А ты мне цену не хочешь показывать? Нет цены на этот. Он бесценный. Так, а вот здесь есть. Этот уже стоит 2200.
Ну да, здесь на него больше материала ушло, конечно, ножки высокие. Друзья, посмотрите, какая крыска. Это уже товары для животных, но на нее нет цены. Просто хотела ее посмотреть, цену подняла, а она как давай хвостом вилять. Я аж испугалась, кто-то ее завел уже. Очень много лежанок для животных появилось. Есть красивые, прям смотрите, какие. 1800 такая лежанка. Лаунж называется. Круглые тоже есть. Ну, для моей собакены, конечно, это маленькие. 1400. Посветлее. Ну, тут для маленьких собачек, для кошечек подойдет. Так, а где у этого цена? А, вот, 1700. Есть и попроще что-то, без бортиков, но они такие тяжеленные. Не знаю, что здесь вот за наполнитель такой, что просто... Так, 549 рублей подушка. Ну, понятно, но очень она тяжелая и жесткая. Есть еще серый цвет. Ну, какие-то новые формочки для печенья разных диаметров. Стоит 149 рублей. Это пластик. И еще увидела небольших размеров формочки для мороженого. Иногда именно такие пригождаются, именно такой размер. 219 рублей. Например, тот же сок заморозить, фруктовый лед сделать и приятные цвета. Пластиковая соковыжималка для лимона 149 рублей. Ну, есть, конечно, тут и побольше, уже емкости здесь стеклянная. Так, 169 рублей, тоже очень даже недорого. С рисунком тоже есть. 169. Наборы из силиконовых крышек растягивающихся. Так, минус 18, плюс 220 градусов. Можно мыть посудомойки. Что тут еще? Комплект из 6 штук. Так, стоит 329 рублей. Такой наборчик. Большое количество тут, конечно, мелочевки для кухни, чего только нет. И овощечистки, и ножи, я не знаю, ситечки различные, чего только нет. Вот такое, например, 79 рублей. Яркие цвета. Терки 329. Симпатичная. Так, наборчики для столовых приборов по 199 рублей пластиковые. Поддоны разных цветов, вставочки в стол для тоже для столовых приборов вот есть по 219 рублей, желтый цвет вот такой вот. В общем, чего здесь только нет. И вот еще вот такой. Так, здесь без опознавательных знаков. А вот это что такое интересное? Ну-ка, что это такое? Так, вот еще что есть. Это тоже подставочка для столовых приборов. Два цвета, вот белый и серый. Стоит... Так не получится посмотреть. Надо вытащить. Так, 169 рублей. А ничего, так смотрится. Только единственное, здесь нет никаких поддонов. Вот будет вода свободно стекать. Но смотрится очень даже здорово. Сердечки. Пластик твердый, хороший. Набор кухонных полотенец, они все одинаковые расцветки. Не написано и не написано, не указан их размер. Ну, здесь 5 штук, и за 5 штук 329 рублей. Есть еще и побольше полотенца. Здесь уже размер указан, 45 на 70 сантиметров, 3 штуки. В наборе 439 рублей. Разные расцветки, красный, синий, а вот такой черно-белый. Смотрите, друзья, какая ручная кофемолка классная. Она здесь одна, стоит 999 рублей. Вот это металл, дерево,
красиво смотрится. И вот такая турка еще из нержавейки. Сейчас 749 рублей. Кофеварочка. Есть еще матовая черная. С носиком для слива тоже классно смотрится. 389 рублей. Вот такая объемная. Декоративный фонарь, не совсем поняла, из чего он, то ли это металл, то ли пластик, так я и не определила. В общем, работает он от батареек, стоит 649 рублей. Но думаю, будет очень красиво смотреться. Есть здесь и кастрюли, и сковородки. Но я сейчас уже не буду на каждой останавливаться, покажу парочку и все. Вот такая кастрюлька, смотрите, классная. Нравится мне вот эта ручка на крышке. Сейчас посмотрим. Так, стоит она 949 рублей. Такая цена. Вот, вот еще вариант с оливой. Так, такая стоит 849. Очень неудобно, что надо постоянно заглядывать на дно, чтобы посмотреть цену, потому что крышки никак не зафиксированы, все это нужно как-то держать. Есть вот отдельные крышки для сковород, для кастрюль. Вот эти вот, например, силиконовые. Здесь вот по краям. 799, самая маленькая. Все, друзья, на этом, если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.